О спорте. Три бойца из Кабардино-Балкарии завоевали награды различной пробы на втором чемпионате мира по рукопашному бою, проходившему в Москве. Накануне вечером спортсменов встречали в аэропорту Нальчика. Поздравлять участников мирового турнира начали прямо у трапа. Первым пожал руки призеров заместитель министра спорта и туризма КБР Хачим Мамхегов. Два золота и бронзу привезли спортсмены. Нурмухамед Бесланеев стал лучшим в весовой категории 75 килограммов, а вот Азамату Мурзаканову не было равных в весе свыше 90 килограммов. Третье место у Анзора Мусукаева. Победители признались, медали дались нелегко. Соперники были тоже достойными, знаем, финальный был тоже тяжелым. Они отстаивали честь страны на мировом первенстве в Личинкае, померились силами армейские рукопашники. Соревнования они посвятили предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной. Более 200 бойцов боролись за право представлять республику на окружном уровне. Титул победителей разыгрывался в трех возрастных категориях и разном весе. В итоге большинство наград досталось хозяевам турнира – личинкаевцам. А в прохладном тем временем состоялись традиционные соревнования, посвященные памяти выдающегося баскетболиста, мастера спорта СССР Андрея Зари. Они уже стали своего рода визитной карточкой юношеского баскетбола республики. Проводится турнир уже в 11-й раз и в этом году собрал лучшие команды специализированных спортивных школ Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставрополя и Карачаево-Черкесии. Почетный трофей «Кубок памяти Андрея Зари» достался ставропольской команде, на втором месте прохладяне, на третьем – команда из Нальчика. Thank you.